Новая у нас рубрика. Заставь карту работать. Значит, мы получили Рена Джексона, у которого боевой клич, что он полностью восстанавливает здоровье, если в вашей колоде осталось не больше одной копии карты. Мы хотим, значит, эту карту как-то куда-то пристроить. Чтобы эта карта работала, должны сохраняться, как мне видится, три условия. Первое, это должна быть контроль колода. Второе, в этой контроль колоде должно быть как можно меньше, вернее, как можно больше уникальных карт, как можно меньше копий. Если копии остаются, я считаю, что не обязательно прям все карты по одной брать. Я считаю, что некоторые карты можно взять. Самые необходимые в две копии. Но третье условие, что эти необходимые карты будут стартовые карты, то есть которые ты сразу хочешь оставить в руке. По первому условию отпадает сразу Хантер, потому что контроль Хантера пока еще трудно все же сделать. Отпадает Рога. Рогу я не знаю, что сделать с Рогой. Далее. Паладин и Прист, я считаю, что не сильно Рена Джексона. Не Паладин и Прист, а, значит, Воин, у которого огромное количество своего лечения, не сильно в Рена Джексоне нуждается. Ну и Прист не так сильно в нем нуждается, я считаю. Все же для Приста он какой-то медленный, там нужно больше вэлью доставать, пытаться. Вот. Маг, в принципе, может быть неплохой, но контроль мага сейчас трудно придумать какого-либо. Да, потому что сейчас все же темпо, все же раши какие-то маги, поэтому Рена Джексона к ним не подходит. Вот. У нас что в итоге остается? Остается друид, шаман, паладин и варлок. Что касается друида. Друид неплохой претендент для Рена Джексона. Однако карты, что есть у друида... А именно Ancient of Lore, да? Все же ты хочешь две эти карты брать. Что третьему правилу не подходит под третье правило. Да, то есть те карты, которые ты хочешь в стартовой руке держать. Поэтому, наверное, для друида тоже не стоит его. Шаман же не играет особо... Шаман можно взять, но это будет какая-то странная колода, что-то типа на Дозратлах. Можно попробовать, но сейчас мне трудно представить себе что-то. Такое экспериментировать, это нужно думать. Да, то есть потенциально он ему зайдет. Сейчас же, на данный момент, мне хочется добавить в те колоды, которые у меня есть, Рена Джексона. Под него больше всего, значит, подходит паладин и варлок. Первое, давайте рассмотрим паладина. Что у него есть? От первого зомби можно легко отказаться. От джанглера тоже можно отказаться. Шилд мини-бот, нет, мы его оставим. Мастер фор батл точно оставим. Алдор пискипер, небольшая проблема, потому что ты не хочешь оставлять его в стартовой руке, но хочешь двух. Трусильвер, ладно, можно сделать так. Оставлять в стартовой руке, оставить две. Вот с консекрейшенами похуже, да, потому что в стартовой руке ты их не оставишь. Можно их заменить, конечно же, на... Avenging Wrath, но это сильная потеря в качестве. Минус один Морлок Рыцарь. Да, потому что его в стартовой руке ты точно не хочешь держать. Немного болезненно, может быть. Крошер... такой. Минус один интендант. Это, я думаю, не сильно болезненно. То есть, получается, что, в принципе, довольно много карт. То есть, раз копия, два копия, три копия, четыре копии, которые ты не хочешь оставлять в стартовой руке. И в любом случае, ты теряешь качество. Поэтому, мне кажется, паладин, он, в принципе, подходит, но, мне кажется, это не лучший кандидат для Рена Джексона. Посмотрим... Варлока. Итак, значит, все тяжелые карты, да, 5+, они по одной. Что здорово. Аргус. Аргус очень легко можно заменить на Санфьюри Протектора. Да, делать то же самое. Значит, далее. Главарь банды бесов 100% остается в двух копиях. Беспощадный взрыв 100% остается в двух копиях. Госпожа Боли...
уходят, и, в принципе, это ничего страшного, да, учитывая Рена Джексона, учитывая, что это лечение хорошее, то, конечно, почему бы не отказаться от темной госпожи, госпожи боли, вернее. Вот, то есть это не большая проблема для нас. Mortal Coil'ы... Может быть, Mortal Coil стоит оставить. Единственное, что, опять же, ты хочешь ее в стартовой руке держать. От Демона Бездны я считаю, что можно легко без потери качества отказаться. Остается что? Остается Призыватель Бездны. Многие могут удивиться, но на самом деле Призыватель Бездны во втором экземпляре это не такой уж обязательный. Почему? Потому что, да, против каких-то рашей он очень хорош, но против контроля ты совсем не хочешь доставать ни Джараксуса из Призывателя Бездны, не Малганиса. Потому что они... Ну, вернее, как? Не хочешь оставлять Призывателя Бездны на столе без присмотра, скажем так, да? Когда противник может за один ход и уничтожить его, и уничтожить сразу же твою крутую легендарку. Потому что ты хочешь сам разыграть легендарки эти и получить с них профит. Потому что тот же Джараксус против Приста или Воина... Это карта победы. Ты за счет, только, по сути, за счет Джараксуса ты будешь побеждать. Если вот ты его вытащишь через Призыватель Бездны, то это, ну, высока вероятность, что ты проиграешь. То же самое и с Малганисом. Малганис легко уходит на БГХ, и Малганис легко уходит на ДЭС. Но если Малганис выходит именно из твоей руки, да, на большое количество там импов, то ты благодаря этому выиграешь. Поэтому, значит, легко тебя... Тебя. Сразу давайте найдем им замену. Значит, Санфьюри. Санфьюри. Рена. И Призыватель Бездны. Ну, наверное, нужно какую-нибудь четверку и желательно какой-нибудь... хорошо, которая будет держаться на столе. Может быть, даже это Сен-Жин будет. Может быть, это будет Сен-Жин. Не, не так. Не помню, как Сен-Жин называется. Ну, что-то другое. Можно кроссер, но нет. Да, я возьму его. Далее. Демон Бездны. Нет, здесь все же более защитная такая колода, и кроссер, он, я думаю, не очень нужен мне. Демон Бездны, ну ладно, я могу, в принципе, Демона Бездны оставить. Хотя. Да, все же Демон Бездны, это нормально. Давай, Демона Бездны оставим мы. Темная бомба, вот это проблема. То есть мне нужен какой-то ремувал, желательно все же, вместо темной бомбы. А какой ремувал мне взять? Вот это, да, это будет вопрос. Нет, это не новый аккаунт, это мой аккаунт. Моделик добавлю. Может быть, не ремонт. Может быть, просто какую-то хорошую двойку, которая, да, встанет на стол. Может быть, зомби. Зомби давай возьмем. Вместо Демона Бездны возьмем зомби. Угу. Та карта, которая просто будет держать стол. Далее. Какая-то двойка. Может быть, Вестник Рока. Подумать, может быть, что-то еще мне нужно. Может быть, я возьму Уза. Ну, почему не Уз? Уз — это вполне себе приятная карта. Ну, давай подумаем, нужен ли мне Уз. Вместо чего мне нужен Уз? Ну, может быть, вместо Вестника Рока. Давай вместо Вестника Рока мы возьмем как раз-таки Уза. Ну, вот такая вот примерно получается колода. Да, заточенная именно на Рена Джексона. Сен-Жин спорный.
спорный, может быть. Ну, я возьму лучше Слэш Белчера. Почему не взять Слэш Белчера вместо Санжина? Ну, все же, как правило, лучше себя проявляет. Да. Такая кривая. Ну что ж, давайте попробуем.